сегодня я буду готовить сырный суп. Для начала мы режем картошку. Нарезал я картошку, теперь мы добавляем горячую воду. Также мы делаем и с фрикадельками. Также мы делаем и с фрикадельками. Теперь нарезаем лук. Не забываем, так, надо ее размешивать, во-первых. И надо посолить, не забыть. Так, теперь надо размешать. Лук уже немного поджарился, я уже нарезала морковки, теперь добавляем морковку. Помешиваем. Надо убрать пенку. Это обязательно. Аккуратно не ошпаритесь. Надо вот, что мы сделали, приготовили, надо убрать, чтобы вам не мешалось. Ножик нам не понадобится больше. И убираем со стола. Теперь добавляем бульон. Вот обычный бульон. И аккуратно доливаем. Аккуратно, не обожгитесь. Открыл я уже сыр. Теперь мы идем к нашей зажарке. И опа, посыпаем. Все. Теперь все тщательно перемешиваем. Я уже все перемешала. Вот такая вот должна быть масса у вас получиться. Теперь все перекладываем. Уже я все переложил, размешать ее надо. И теперь делаем тише огонь. Все. И ждем 5 минут. Вот я уже сделал суп. Очень вкусно. Приятного аппетита. Всем, кто понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.